друзья, смотрите, какие чудесные булочки мы напекли в виде птичек. А знаете почему? Сегодня праздник. Сегодня 22 марта. Мы отмечаем народный христианский праздник «Сорыки и жаворонки». В этот день весна окончательно вступает в свои права, и зима отступает. Мы начинаем весеннее обновление интерьера с комплектом постельного белья «Весенняя романтика». 4 стильных дизайна, которые воплощают в себе весеннее настроение и подарят вам самые приятные эмоции. Юлия Колосова, эксперт телеканала Shop & Show, всю эту красоту для вас, можно сказать, и нарисовала, потому что лично она и выезжает на фабрики и подбирает лучшее. Да, мы договорились о трендовых дизайнах с нашими художниками. Они старались и создали для вас специальную авторскую коллекцию с флористическими орнаментами. Это модно, стильно, современно и очень разнообразно. Есть спокойный бежевый, есть сочный, романтичный, где даже страстный красный цвет. Знаете, какой благородный серый оттенок с нежными голубыми цветами засыпает в таком удовольствии. А синий полон насыщенного цвета и энергетики, спокойствия с жемчужными цветами. Вся эта красота нанесена на мягчайший полисатин с технологией AirTex с прикосновением мягкого нежного велюрового плюс еще и 100% воздухопроникновения, что очень важно, потому что сейчас погода меняется, белье подстраивается под температуру окружающей среды, а летом вам будет не жарко на нем спать. Плюс комплекты еще и малосминаемые, подарят вам время, глажка не потребуется. Уникальная технология сатинового плетения, двойной скрученной нити позволяет как раз-таки белью всегда оставаться в безупречном виде. Безупречный комплект постельного белья. Вы знаете, мы один раз представляли этот комплект под названием «Весенняя романтика», и за один эфир было продано более 600 комплектов. Это результат. Сегодня это самая выгодная покупка только одного дня. Скидка 40%, цена 1799 рублей. В комплектации вы получаете, смотрите, в полутораспальном размере две наволочки размером 50 на 70, две штуки. Вот. И если вы выбираете двуспальный или евроразмер, там уже две наволочки размером 70 на 70. Да? Вот. То есть впервые такие модификации на нашем телеканале. Маленькие наволочки, либо большие в больших размерах. Ну и, конечно, полноценный комплект состоит еще из пододеяльника и простыни. Напомню, что цена действует только сегодня. Успеете заказать. А вот то, что комплекты постельного белья настолько вдохновляют, настолько яркие, это всегда актуально. У подруги, когда ночевала, чудесный комплект, она мне застелила с красными розами. По сей день его вспоминаю, всегда хочется найти что-то подобное, потому что, знаешь, это прям западает в душу. Конечно, Оль, цветы – это вдохновение всегда. Вот как мы отдыхаем на природе, как же мы там хорошо расслабляемся, вспомните. Вот такое же впечатление на нас производят и цветочные орнаменты. Поэтому они твердо занимают свою нишу на рынке текстиля в России. И, конечно, являются популярным орнаментом на постельном белье, да и на любом аксессуаре для дома. Это счастье видеть живые цветы каждое утро. Это улыбка, это вдохновение, это хорошие положительные эмоции. Собственно, ради этого художники стараются. Нарисовали нам самые нежные, самые приятные незабудки, розы, даже с жемчугом. Эта коллекция просто пышет разнообразием орнаментов цветочных. Хочется их разглядывать часами, правда? Мне нравится, да, что в коллекции много голубых и синих оттенков. Ну, есть еще и красные, и спокойные. Но вот голубые и синие тона, они всегда прежде всего. Это идеальные оттенки для спальни. Они вызывают очень приятное расположение духа, спокойствия. Слушай, очень много вопросов в соцсетях. Угу. Давай один из них озвучим. Давай. Марина Грачева, это отзыв, да, из Рязани пишет. Угу. Я ваша постоянная покупательница. У меня праздник. У вас появились роскошные комплекты красного цвета. Угу. Заказываю для себя и в подарок. Так, а я продолжу, да, вот этот отзыв Мариночки. Скажи, Юленька, надолго ли эта яркость будет? Как правильно нужно ухаживать за комплектами постельного белья, чтобы ничего не стерлось? Да, я предполагала, что, конечно же, не будем ограничивать наших зрителей только голубыми оттенками, ведь как понравился красный, поэтому у нас коллекция разнообразная, и в ней есть контрасты, вы заметили, да? Поэтому будет рекомендация самая простая по стирке, чтобы сохранить красоту рисунка, чтобы один цвет не перешел на другой, используйте, пожалуйста, 30-градусный режим стирки. Получасовка обычным порошком для цветного белья. Дальше мы с вами должны во влажном виде ткань хорошенечко распрямить. И тогда она не только краситься не будет, так она еще и мяться не будет. Вам еще и утюга не потребуется, посмотрите. Ну и технического слоя здесь производитель не оставляют. Ваши руки, ваша одежда чистая. Сегодня краситель
пользователи с фиксацией, не переживаем. Вот и моей маме очень нравятся такие комплекты, потому что их не нужно наглаживать. Постирали быстренько, сложили после того, как просушили, и на полочку убрали. Малосменяемые, и это действительно экономия нашего времени. Так 1799 рублей. Нежный, мягкий, приятный, комфортный, яркие оттенки, которые еще и поднимают нам настроение. И отличная цена. В магазинах все дороже сейчас гораздо стало. А у нас напрямую от российского производителя постельное белье «Весенняя романтика» за 1799 рублей. Звоните и заказывайте. Оплата только потом, по факту получения. Юленька, скажи, пожалуйста, не будет ли жарко спать на поле сатине летом? Ты знаешь, вот эта коллекция отличается особенной текстурой AirTex. Здесь такая технология, когда, знаешь, как у хлопка, стопроцентное воздухопроникновение, поэтому жарко не будет. Влага хорошо отводится, как от натурального материала. Почему и как это работает, да, почему вдруг синтезированный материал начинает работать как натуральный. И все это, конечно, благодаря расщеплению волокна. И вот тоненько-тоненько, то есть человеческого волоса, оно расщеплено, соединено в шахматном порядке, и поры образовались, вот прям миллиарды микропор. Через них хорошо отводится влага при разнице температур, когда тело человека нагревается, и через них же проходит воздух. Вам не жарко? Сейчас замечательный просто баланс температуры проходит, плюс это антибактериальная поверхность. А вот почему не заминается постельное белье? Что это за нити такие особенные? Олечка, ну ничего особенного нет. Все те же нити, о которых я сейчас рассказала, просто здесь еще добавлена технология сатинового плетения. Видите, в жгут завязала, а все равно заломов нет. Потому что плетут сатин двойной скрученной нитью по диагонали. Он, видите, немножко эластичный, чуть-чуть совсем. Вот, и поэтому совершенно заминов этих нет. Постель безупречная, утром улыбка, потому что ты хорошая хозяйка, у тебя приятная постель. Ну вспомните, ладно, сейчас еще погладить можно. Сериал включить, дом сесть, так спокойно стюк. Но летом это невозможно. Точно. Жарко настолько, то еще и утюг в руках. Нет, друзья, давайте без глажки обойдемся хотя бы летом. Возьмем бежевый и красный цвет. Берите сразу несколько комплектов. Вы знаете, потом на другие комплекты вы уже не перейдете. Вы избалуете себя своим свободным временем. Серый, синий цвет. Знаете, это так здорово, когда просто постирать, просто сложить и на полочку убрать. И никакой глажки. Ну и, конечно, здорово, когда мы вдохновляемся. Нам сейчас необходимо, чтобы мы чаще улыбались. Посмотрите, сколько ярких красок. И это все для вас.